Друзья, всем привет, меня зовут Денис, и вы на канале Денден ТВ. В сегодня видео я хочу показать, что можно сделать из остатков старой вагонки. Выбросить их жалко, и поэтому я решил их применить с пользой. Итак, присаживайтесь поудобней, ну а я начинаю. Used to be home, passing by those little towns I know so well. Stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end. Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away. High and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Neon lights in the fast lane light, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game, where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. I'm living fast, I've lost my soul. I'm driving to get away. Running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. Уже не за горами праздник 23 февраля, и большинство мужчин, которые любят мастерить своими руками, хотят получить в подарок, конечно же, не пену для бритья и не носки. И сегодня я хочу предложить один из вариантов подарка для мужчины, который любит мастерить своими руками. Это компрессор от фирмы Denzel станет незаменимым помощником в гараже, на даче и в небольшой домашней мастерской. Хорошая сварка, и самое главное, что они качественно укрыты вот этой матовой желтой краской. Пластик без заусенцев и облоя. Наклеечки приклеены без пузырей и перекосов. Понравилась вот эта фишка, то что при обслуживании компрессора, когда вы спускаете воздух через этот клапан, вы никогда не потеряете вот эту заглушку, потому что она приделана вот таким хомутом. Что мне еще понравилось вот у данной модели, то что он при включении остается на своем месте. Предыдущий компрессор у меня пытался постоянно от меня упрыгать по полу. На самом деле это очень неудобно, потому что его нужно либо фиксировать, либо всегда смотреть за ним. У этой модели этого нет. И самый главный плюс этого компрессора скрыт в его названии. Я думаю, мои подписчики поймут, о чем я. Плохой компрессор на Ден не может начинаться. Ну и для тех, кто не догадался, вы на канале Денден ТВ. Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Ну а я продолжаю. Thank you.